Итак, внимание! Представляем вашему вниманию новый сайт kumak.tj. Это крупнейший сайт услуг Таджикистана. Сегодня мы приготовим жареные пирожки с мясом. Для начала раскатаем тесто. Ссылка на рецепт теста я вам скину чуть позже. Поскольку я сделала тесто, а потом вспомнила, что надо его записать. Тесто катаем тонко, как на чебуреке. При обжимости надо посыпать мукой, чтобы тесто не склеилось. Тесто мы раскатали до нужной консистенции, оно должно быть вот таким. Примерно 2 мм, 3 мм толщиной. Теперь сейчас начнем резать на нужные формы и положим начинку завернем их. До этого времени я поставила на огонь масло, чтобы оно разогрелось. Режем тесто. Скоро весна, можно в качестве начинки использовать зелень, а не мясо, или зелень с картошкой. Тесто мы разделили на вот такие кусочки. Теперь мы кладем начинку и заворачиваем. Края сильно прищепляем пальцами, чтобы начинка не вышла во время жарки. Форму можете придумать сами, на свое предпочтение. Самое главное, готовить это все с любовью. Было вкусно. Теперь заливаем в казан чуть-чуть масла для обжарки наших чебуреков. Около 100-150 мл достаточно. Обжариваем наши пирожочки до такой золотистой корочки с двух сторон. Так как тесто у нас было тонким, обжариваются они очень-очень быстро. Видите, какого красивого цвета они получаются. Такие они выглядят внутри. Внутри мяса. Видите? Тесто тонко. Все хорошо обжарилось, все хорошо пропеклось. Вот такие сегодня у нас получились пирожки с мясом. Их можно назвать и чебуреками. Приятного аппетита!